Вы присутствуете на открытии ретро-сезона в городе Харькове. Автомобилей собралось немало. И вы прекрасно видите, есть новые автомобили, которых мы даже не знали. Люди не заявлялись, не предупреждали, а просто приехали. Ретро-сезон в городе Харькове, да и вообще во всей Украине в этом году обещает быть очень насыщенным. Начинается все в Киеве с выставки Old Car Land. Продолжается в Запорожье запорожскими вратами. Ну и последние выходные мая. Город наш родной Харьков. Хедлайнером в этом году на ретро-слете будут американские автомобили, американские мотоциклы. У нас небольшой маршрут. В течение часа мы собираемся на площади, обнимаемся, обмениваемся мнениями и небольшой колонной в режиме штурманского ралли, это такой вообще-то квеста, едем в сторону Салтовки, и там у нас вторая точка кофепития, прощание и разговор о том, как мы через месяц встретимся на Харьковском ретро-слете, на который мы ждем всех зрителей ТТ-Информ. А мы сейчас в данный момент популяризируем новое движение в ретро и хотим сделать из него классическое ралли по дорогам нашего родного города. Вообще эта идея давно таки старая, ралли проводится на машинах уже давно, и мы не новые в этом движении, но как бы хотим сделать движение более всеукраинское, более постоянное и массово интересное для людей. Всегда рады видеть. Находите в гаражах дедушкины старенькие москвичи, жигулята и волги. Приводите в порядок. Присоединяйтесь к нам. Мы очень рады всем фанатам ретро-техники. Специально для ТТ-Инфо ваш покорный слуга, дядя Фара.